Всем здравствуйте! Меня зовут Галина, и это моя дочь Евдокия. И сегодня мы вместе с вами будем готовить рождественское печенье. Для этого нам понадобится мука 250 грамм, сахар, 3 столовых ложки, желтки, один желток нам понадобится и 2 белка. Плюс у нас есть 200 грамм масла и разные специи. Здесь имбирь, гвоздика, кардамон и мускатный орех. И немножечко для пикантности я добавила перца, разных перцев. Черного, белого, красного. Еще нам понадобится разрыхлитель. У меня вот такой, доктор Экер. Немножечко цедры лимона. И 2 столовые ложки меда. Итак, начинаем? Итак, все сыпучие продукты мы смешиваем вместе. В муку я добавляю сахар, добавляю мускатный орех и все остальные пряности. И добавляю разрыхлитель. Я тоже хочу. Тогда размешивай. Так, желток один. Так. Так. Давай вот так вот в серединку. В серединку. С краев в серединку. Если ты не рассыпала, мам. Ничего страшного. С краев в серединку. Можно я сама с краев? Да. Можно я промешаю? А? Можно я помешаю? Да, ты можно, ты помешаешь сейчас туда. Забирайся на коленки. Так. Масло размягченное у нас. Сейчас я боюсь, оно не набьется. Нажимай. Выливай, Дунь. Белки выливай. Сюда. Высыпай потихоньку. Ты посмотри, чтоб мне это масло и мука не попало в глаз. Еще? Еще? Постучали. Оп! Вон, видишь, какая у нас цедра? Понюхай, как пахнет вкусно. Да? Прекрасно. Все, теперь мы берем большую ложку. С тобой соберем его в кружок. Шарик такой. Да? Сейчас я тебе соберу, а ты потом высыпешь муки туда. И мы с остальной мукой это все перемешаем. Оп, давай, высыпай. Остальное сюда. Во, молодец. Все, сейчас мы будем потихонечку его обваливать вот так вот в муке. Да? Раз. Ключ. Это нужно делать руками, но... Отличное тесто вышло, смотри какое. Видишь? Да. Уже почти вся мука впиталась. Да? Да. Вот, и вот теперь вот видно, когда тесто полностью отлипает и не остается ничего на посуде, это значит, оно вымешано. Это относится к любому тесту, на самом деле, к дрожжевому. Если тесто хорошо вымешано, оно заберет в себя все, что нужно, сколько нужно муки. Да, и вон мисочка практически чистая. Все, сейчас мы это тесто переложим в пакет. У меня вот такие пакеты для морозилки. Специальные. А у меня получились такие колбаски. Вот так. Положим их сюда. Вот такой комочек теста у меня вышел. И мы его отправляем в морозилку на 15-20 минут.
Ну вот, наши 20 минут прошли, и мы можем приступить к вырубке печенья. Достаем тесто. Вот оно холодненькое. Отделяем кусочек. Немножко муки. Давай чуть-чуть сыпем. Положим кусочек теста. Сейчас ты будешь катать, Дунь. Для раскатки используем силиконовую каталочку, скалку. Ей может работать даже ребенок, потому что к силиконовой скалке тесто у нас не прилипает. Давай, Дунь, все равно поливаем. Тише, катай. Ручки распрямили и скользим скалочкой по пальчикам. Скользим скалочкой до кончиков, до запястья. От кончиков до запястья. Скалочку сняли. И опять от кончиков до запястья. Стоп. Не очень толсто. Давай, теперь попробуем вырезать формочки. Так. Вот. И давай посильнее сделаем, чтобы наша вырубка получилась полностью. Вот. Теперь наше сердечко мы можем перенести и положить на противень. Давай еще одну. Вот здесь. А вторые нельзя? Вторые можно. Другую можно взять. Можно я птичку? Можно. Где птичка? Вот птичка. Вот, с клювиком. Другой стороной, Дуняш. Другой стороной. Нажимай ладошкой. Прижимай ладошкой. Давай еще. Вот так. Схватили нашу птичку и перенесли, отпустили. Так, еще разок. Переносим, а теперь отпускаем и поднимаем. У нас остались обрезки теста. Мы их с тобой смешаем в один комочек. Вот такой. И раскатаем еще раз. Хорошо, можно уже делать печенье. Давай еще. Ангел у нас тут есть, птичка. Итак, наше печенье отправляется. Так, стоп. Мне кажется, оно уже испеклось. Давайте посмотрим вместе. Так. О, превосходный цвет, правда? Достаем наше печенье. Итак, печенье готово, и нам осталось его посыпать сахарной пудрой и отправить вот в такие рождественские коробочки. Чтобы пудра не легла комочками, используем сито. Как снегом. Я вырезала из пергамента кружочки, чтобы прослоить печенье. Кладем на донышко и аккуратно складываем наши печенюшки. Вот такие птички, ангелочки отправятся в подарок под елочку. Так. И вот так. Наш рождественский подарок готов. Приятного аппетита!